Профсоюзные организации подвели итоги и обсудили меры, которые необходимо будет принять по новым обращениям граждан к объединению. Главной темой собрания стало совершенствование развития социального партнерства Московской области, которое позволяет эффективнее регулировать отношения внутри трудового коллектива, учитывая права каждого. Мы рассматриваем партнерство, чтобы в каждой организации был коллективный договор. Это задача номер один. Без этого невозможно. Повышение заработной платы, установление минимального размера оплаты труда, индексация заработных плат, охрана труда и техника безопасности, занятость в Московской области. Особую поддержку профсоюзы сейчас оказывают семьям мобилизованных военнослужащих российской армии, воюющих на Донбассе. С этими семьями проводится большая работа. Мы проводим большую гуманитарную помощь, отправляем ребятам туда. На проведенном собрании обсуждалось грядущее повышение минимального размера оплаты труда. 20 декабря 2023 года в правительстве Московской области пройдет подписание договора, в котором будут установлены новые нормы. Если в этом году у нас минималка 19 тысяч, с 1 января 2024 года 24 тысячи. Всем бюджетникам, а это более 44 тысяч работников бюджетной сферы, повышается на 6,8% заработной платы, индексация. В ходе встречи также подвели итоги уходящего года и обсудили планы на год грядущий. Инга Янчук, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.